ходе ночного рейда полицейские задержали автомашину «Лада Приора». Автомобиль привлек внимание полицейских спецсигналом, использование которого разрешено только правоохранительным и чрезвычайным службам. После тщательного осмотра автомашины полицейские обнаружили, что на ней установлен сигнал СГУ. Кроме того, у водителя при себе не оказалось водительского удостоверения. Этих причин было достаточно, чтобы водворить автомашину на штрафстоянку. Водителю «Лады Приоры» теперь предстоит оплатить крупный административный штраф. Сотрудники Тулебийского РОВД задержали молодого человека, который подозревается в совершении нескольких угонов автомашин. В Тулебийский РОВД обратились с заявлением несколько жителей района, которые рассказали, что неизвестные лица угнали автомашины, припаркованные возле дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 21-летнего жителя Тулебийского района. Оперативники обнаружили вещественные доказательства причастности молодого человека к этим преступлениям. Для раскрытия этого ряда преступлений в нашем РОВД была создана оперативно-следственная группа, которая в ходе расследования задержала подозреваемого, местного жителя 1995 года рождения. Следователи уже доказали его причастность к 5 угонам автомашин. Как выяснили полицейские, задержанный ранее уже был судим. Сейчас он заключен в изолятор временного содержания. По факту кражи автомашин полицейские возбудили уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса. Ведется следствие. С наступлением жарких дней у сотрудников департамента ПЧС добавилось работы. Спасатели стали посещать пляжи, чтобы рассказать отдыхающим о правилах поведения на воде. Один из таких рейдов специалисты департамента провели на реке Сырдарья. Жителям области они вновь напомнили основные правила безопасности. Не купаться в нетрезвом виде, не оставлять малолетних детей возле воды без присмотра, купаться только в специально оборудованных местах и другие. Они также вручили отдыхающим брошюры с правилами безопасности на воде.